Возможно, перемирие, если вообще считаю, что оно просто уже необходимо, да, в свете последних событий, когда уже просто миллионы жертв, и это нужно прекратить, нужно, я не знаю, куда смотрит украинское правительство, ну, скажем так, не, уже мир понимает, что Украина... Не сама Украина решает, что она делает, что огромное влияние на то, что происходит в Украине, имеет Соединенные Штаты Америки, и не только. И в первую очередь эта война, которая происходит на Украине, это стратегическая война между странами, между такими странами, как Россия, Америка и Европа. Поэтому это больше, ну, а страдает мирное население, к сожалению, за них. И пока они не придут сами к консенсусу, ничего не изменится. В первую очередь политики.